Ну що ж, доброго ранку, шановні глядачі. Раді вітати вас у нашій ранковій студії. Ви знаєте, до нас завітала така цікава гостя Анна Марія Ракецька. І поки ми сиділи, говорили з Максимом, вона як професійний психолог вже читала нас, розповіла, які ми справді по натурі. І сьогодні ми поговоримо все ж таки про цікаву тему – це як побороти наші комплекси. Доброго дня. Доброго ранку. Давайте почнемо з того, взагалі, що таке комплекси, щоб у нас було зараз правильне розуміння цього. Комплексы, понятие, которое мы используем, ввел еще Юнг. И вообще это считается как совокупность психологических явлений, которые не контролируются сознанием. Почему не контролируются? И тут, наверное, больше даже страшнее то, что нам комплексы привили как нечто плохое, а это не совсем так. Угу. Не контролируются, потому что закладываются с детства, потому что формируются на этапе еще, когда у ребенка нет личных границ, когда он не может отстоять свое мнение. И когда он воспринимает мир и взрослых как божеств. Если они говорят, значит, так и есть. Поэтому оно никак не контролируется, оно просто пропускается через фильтры, через наши особенности, с которыми мы рождаемся. И человек уже к 7 годам становится такой зрелой личностью, которая точно понимает, что ей подходит, что ей не подходит, но еще не осознает, насколько это разрушает и не разрушает. И во взрослом мире, когда мы уже можем как-то это назвать, мы вещи, которые деструктивно влияют, они же могут и позитивно влиять, но у нас такое попсовое понятие «плохое комплекса». Мы его называем комплексом и уже его прорабатываем психологически. Для мене зараз просто цікаво виходить те, що комплекси, вони можуть і добре впливати на людину. Да. А які приклади цих комплексів? Знаете, тут такая очень сложная градация этого всего. Тут сложно найти золотую середину. Почему? Один комплекс может хорошо влиять на одну сферу жизни и полностью разрушать другую. Но, например, все комплексы в основном формируются от того, что у человека есть комплекс неполноценности. И на этот комплекс неполноценности, когда я что-то не могу, к чему-то не способен, когда у меня не получалось что-то в детстве, к нему уже добавляется что-то другое. Ну, например, возьмем семью, где родители выпивали. Так. И родители выпивают, и ребенок может вырасти с двумя установками, с двумя комплексами. Комплекс спасателя или комплекс жертвы. Что я этого заслужил, либо комплекс спасателя, я должен их спасать. И, например, вот ребенок растет, ему плохо с этим, потому что это все время попадать в стрессовые условия, где тебе нужно доказывать, что ты хороший в любом случае. Но если он с комплексом спасателя, например, идет и становится врачом, и у него, как у врача, реализуется это очень хорошо. Он спасает, он помогает, он идет по карьерной лестнице. Тут у него все в порядке. Но этот комплекс начинает очень плохо влиять в личных отношениях. И он там к 30-40 годам реализован социально, но психологически он подавлен тем, что не может, например, найти и завести семью. Или тем, что он нашел жену, которая в итоге вроде бы была нормальная девочка, а потом начала как мама или как папа пить. И ему нужно вот так вот доставать ее. И тут она разрушает. И мы как раз уже, когда на этапе работы с комплексом, то мы идем, смотрим на то, как он себя проявляет в различных сферах. Потому что если он тут тебе помогает, ты от него никогда не захочешь избавиться. Но если ты примешь и посмотришь на него как на разрушение в этой области, то тогда ты уже сможешь понять и разделить вот это внешнее и ментальное, то есть более глубокое. И проблема самооценки и самоценности, потому что в данном случае это больше проблема самоценности, на нее уже можно будет как-то повлиять более глубоко и значимо. Ну, взагалі, які найрозповсюдженіші комплекси бувають у дітей і у дорослих? От щоб зрозуміти цю різницю. Так якась є градація? Нет. Очень індивідуально, да. У нас популярний комплекс отличниці і отличника. Это то, з чим приходять більш часто. Кстати, комплекс Питер Пена, нежелание взрослеть, это очень часто в нашем обществе, потому что у нас как бы в постсоветское время мужчины воспитывались в основном женщинами и росли в тех условиях, где взрослеть не очень хотелось. Тот же самый спасатель, это очень часто. Комплекс жертвы, это вот... это прям мастер. Да, это очень-очень много. Но знаете, вот в нынешних социальных условиях, в которых мы живем, то у нас люди сейчас, наоборот, больше спасать бросаются. Вот эти открытия благотворительных фондов, организаций каких-то, где всем нужно помочь. Вот у нас сейчас пошла компенсация в этом. Комплекс воина очень часто, да, есть такое.
А мне нужно со всеми воевать. Ага. Мне нужно воевать, мне нужно доказывать, и мне очень важно побеждать. Ну, названия у них разные. Це самоствердження, так? Таким да. чином. Ну, просто да. ми говоримо про комплекс, але реально те, що ви говорите, воно звучить іначе як якесь просто програмування себе, що от я не хочу там дорослішати, я не хочу там, не знаю, там сприймати світ. Так і є. Поэтому ми смотримо не на сам комплекс. Чоловік же може називати, допустим, комплекс спасателя, он може к нему относиться не как мне нужно спасать, угу. а чоловік може його воспринимать. Там мой случай из практики. У меня такая вот девочка недавно была. Она ее это воспринимает как свою особенность. Ага. Это ее изюминка. Она этим гордится. Да, я прикольно. Хорошая, я вот встречаю, я им всем помогаю, да, они уходят потом. Но я такая вот хорошая, я милая, поэтому я буду, буду помогать плюс. Людям, да. Угу. И она воспринимает их, вот что ты с ней не делай, очень сложно ее вывести из этого состояния. Это очень глубокая работа. Поэтому тут нужно посмотреть не столько на сам комплекс и то, что он у вас есть, а как на то, как он проявляется и как вы к нему относитесь. Потому что у нас, ну, 90% всего зависит от нашего отношения. Да, его можно изменить, да, его можно повлиять, но личное желание и включенность в него, оно куда важнее. От мені зараз цікаво зосередити увагу на трьох. Це комплекс рятівника, угу. комплекс жертви і неповноцінність. Давайте почнемо з рятівника. Чим він шкодить для людини? Знаете, тут больше даже начнем с неполноценности, потому что от него корень спасателя. Тобто він найголовніший, який ми отримуємо в дитинстві, да. і потім... Угу. Да, неполноценность, она часто воспринимается как установкой. Угу. То есть, ну, банальными фразами это можно воспитать, что у тебя руки-крюки, или ты там не сможешь это сделать. Ребенок, да, вот этот этап до 6-7 лет, потому что в этот момент он воспринимает, а потом так. он уже берет спасателя как компенсацию ну, какого-то комплекса угу. или какой-то установки. Он решает, что таким образом он может на это повлиять. И вот это у тебя руки-крюки, он слышит, что ты не сможешь ничего сделать, ты ничего не добьешься, у тебя все равно ничего не получится. Ну, потому что он просто верит в это. И он с этим растет. Но потом наступает этап, 6-7 лет примерно, когда он понимает, что ага, если я буду вот так поступать, ну, например, помогать, спасать, или я не буду делать, но я буду создавать условия, где за меня будут делать, то таким образом я это буду как-то решать, и уже это будет мне помогать. Комплекс спасателя... Ну, я вибачаюсь. Угу. Якщо ми говоримо про комплекс неповноцінності такий, це з якого по який період? Тобто до 7 років дитині не можна казати нічого поганого, наскільки я зрозумів, що там тебе щось не так. Угу. Як правильно з дитиною спілкуватися, аби не виховати цей комплекс? Знаете, тут, если вернуться снова к комплексам с самого начала, то у нас есть физические, да, физиологические, так. есть психические, есть социальные, есть возрастные, но очень много разных комплексов. Но есть еще и естественные комплексы, через которые мы все проходим обязательным путем. Ну, остановимся на комплексе Эдипа и комплексе Электра. Те, кто как-то связан с психологией, понимают, что это взаимоотношения между мамой и папой. То есть, ну, грубо говоря, я очень упрощаю, это 3-5-летний возраст у мальчика и у девочки. Mm-hmm. У мальчиков это Эдипов комплекс, у девочки Электры, когда первый возраст, подростковое проигрывание, когда появляется первое, ну, такое условное сексуальное желание, сексуальное влечение, понимание, разделение себя на гендер. Mm-hmm. И девочка таким образом, если помните их, то начинает говорить, это мой папа, это мой мужчина, я буду спать, я буду рядом. Мальчик в этот момент тоже отсекает папу, это моя женщина, берет за руку, уводит маму. И это естественно. И кто-то смеется, кто-то наказывает, кто-то критикует. Вот это первый важный момент 3-5 лет, когда с ребенком уже, когда он себя начал так вести, нужно приучать себя общаться и объяснять. Mm-hmm. То есть его нужно приучить и научить адекватно оценивать себя, ситуацию, место, время, обстоятельства, mm-hmm. проще говоря. Так. Что это, ну, это я, это папа, это мама, да, у нас семья, когда ты вырастешь, у тебя тоже будет. Ни в коем случае тут не наказывать, не пресекать, не давить на ребенка, не выгонять ребенка, тем более уж там не бить. И тогда ребенок, если с ним общались, он естественным образом проходит через это, и у него сразу через эти два комплекса, ну, через один, да, просто у мальчиков и девочек, у него происходит уже период здравой социализации. И на этом этапе, вот 3-4 года, отличных качеств, ребенок благополучно идет в сад.
Вот 3 года можно смело отдавать, потому что все вот эти начальные установки и комплексы, которые могут дальше сформироваться, ребенок тут начнет отыгрывать. Он в садике начнет это делать со сверстниками. Если вот этот период пропустить, то взрослый из лучших побуждений, понятное дело, что никто не хочет навредить своему ребенку, но взрослый начинает через призму уже своего мышления, умение делать логичные выводы, строить какие-то логичные цепочки, он начинает ребенку давать не почву для размышления, а конечный вывод. Но ребенок не понимает, как это вообще он к этому пришел. И ребенок просто берет, что подходить к маме нельзя, там это моя женщина, не трогай. Или иди отсюда. И ребенок раз привык, что ага, мне нужно уходить, я должен сдаваться, я не имею права добиваться. Ну, вот какие-то такие. И приехали комплексы. Да. И вот пошел комплекс в жертвы, например, что я ничего не стою, или комплекс неполноценности, я все равно ничего не добьюсь. Или мама, которая выгнала, сказала, не смей так делать при папе, ага, другие мужчины сильнее, если он еще там старший, взрослый, больше, то все. А от часто кажуть, що людина закомплексована. Тобто це взагалі сукупність усіх комплексів. І мені от цікаво, чи можливо з цього стану вийти самій людині, чи їй потрібна допомога? Ми всі являємося заложниками своєго мислення. Тобто я думаю так і ніяк інакше. І чоловік, таке существо стадне, називаємо так. Для нас важливе общення, виходити в соціум, взаємодіяти. Але не всі можуть, некоторим дуже страшно. І є ті, хто виходить, але хто не слышить інших людей, тому що он настолько с детства не выражался, я привык, что его не слушали, что он выходит, поколение селфи, да, которое сейчас называют, поколение эпатирования. То есть если мы вернемся чуть назад, то мы видим, что там лет 18-15 назад как раз это был период, когда этим детям внимания не хватало. То есть это такой бум был, когда люди стали много учиться, ездить. Не до этого было. И дети, понятное дело, что вот тут пошли в эту компенсацию. Закомплексованный человек, он может увидеть, что ему мешает в жизни. Он может даже понять и где-то принять, что да, мне это там мешает, это меня разрушает, но он не знает, как из этого выходить, поэтому ему нужна помощь. Ему как минимум нужно пойти и услышать мнение на этот счет и принять их. Понять, что я могу это сделать, либо не могу. Вот пока мы будем даже читать литературу, смотреть лекции, мы будем собирать какое-то количество информации. Но эту информацию важно не только собирать, а важно ее куда-то направлять. А нас с детства часто не учат, как это использовать. То есть мы знаем технически, мы знаем теорию, но вот как это в жизнь взять для того, чтобы это стало моим, есть такое золотое правило психологии, чтобы это стало твоим, и ты с этим что-то сделал, тебе нужно пойти и обучить этому другого. Ух ты! Да. Цікаво. Ви знаєте, так само, наприклад, про комплекс, якщо вже бути відвертими з вами, з глядачами, от ви сказали про комплекс відмінниці, да? От у мене цей комплекс, він був зі школи. Завжди треба бути першою, все зробити, щоб все було бездоганно. І потім, коли тебе з'являється більше якихось обов'язків, ти розумієш, що ідеально ти все не можеш зробити. І я не сприймала це як комплекс. Я, тобто, навіть цього дуже довго не усвідомлювала, що в мене є такі питання. От як, по-перше, поговорити з собою, помітити ось цей момент, і що покроково потрібно робити, щоб вийти з цього комплексного стану? От покажіть, розкажіть. Перше, це вже великий пласт роботи, то, що ви це замітили, ви це признали, ви його назвали. Для того, щоб нам вирішити якусь проблему, комплекс – це дуже часто страх. Тому що ми вступаємо в комплекс тільки із-за 2 речей. Либо із-за значимого поощрення, значимого человека, от социума, может быть, если мы его очень значимым для себя делаем, либо из-за наказания, что меня снова же накажет этот человек, либо накажет общественность. Все, либо поощрение, либо наказание. Приняли, нашли, и тут важно выявить, зачем вы идете. То есть для вас больше важно поощрение, что вас похвалят, что вы молодец, и заметят таким образом. Либо важно то наказание, которое, возможно, вы сами себе делаете. То есть, потом бичевание, назовем это так, это угнетение самой себя. Либо, может быть, наказанием и то, что я иду и в семье отыгрываюсь, и потом за это уже себя наказываю. Тут комплекс, он очень легко переходит в фобии, очень легко трансформируется, и очень часто вообще про другие значения. То есть на первом этапе мы выявляем, навіщо, как бы це я все роблю. Да. Добре, потом наступный крок. Дальше это задать себе вопросы цели. А зачем мне это делать? То есть зачем мне
избавляться от этого. То есть возвращаемся к тому, а для чего мне этот комплекс вообще нужен? Что он мне дает? Где я его реализую, где я его, наоборот, подавляю. Насколько мне с ним комфортно жить. Потому что, снова же, если мне с ним комфортно, если вам нравятся ваши достижения, то, что вы устали все время себе поднимать планку, это уже про другое, это про трансформацию, это возможность про переход на другой энергетический уровень, если хотите. Потому что иногда случается так, что нам уже мало плоскости этого развития. И комплекс отличниц, он может помогать переходить дальше. Но он может точно так и не давать вам возможности увидеть, допустим, другие перспективы в других областях. Потому что я вот тут схватилась, я знаю, я быстро иду за результатом, как я уже стану лучше, как я стану самой красивой. Мені здається, мені знову вчитують просто це. С этим тоже решили, и тогда мы уже тоже понимаем, что с этим делать и где обратить внимание. Дальше это настроится на то, что любой комплекс, вы с ним жили, ну вот как минимум там, с 4, 5, 6 лет. Вы его всячески внедряли, трансформировали, вы его научились совершенствовать, вы уже очень быстро входите и выходите из него. И это значит, что работа по его изменению нам редко какие комплексы нужно искоренять, потому что в любом комплексе в нем есть и позитив, и негатив. И нам нужно просто минимизировать его вот в негативное значение в разных плоскостях и до максимума возвести, ну, это ваше сильное качество. Это то, что вам помогает. Так, ну давайте повернемося все ж таки до класики життя. Багато тих, які кажуть, я тобі допоможу, я тебе послухаю, рятівники. Яка найбільша шкода для них самих? Они очень быстро устают. Во-первых, наступает момент, когда любому спасателю у него не хватает ресурса для того, чтобы помогать другим. Мы вот все социальные, да, повторюсь, и мы все участвуем ежедневно в информационном, психологическом вот этом вот обмене друг с другом. Спасателю для того, чтобы ему качественно спасать, чтобы он получал от этого удовольствие, ему все время нужно быть на подъеме. Но это уже даже не больше психология, это больше физика. У нас у всех есть потенциал, ну, как заряд в телефоне, да, если вот упростить для большинства людей, у нас есть вот 100% батарейка. И человек выходит, и он тратит на то, чтобы спасать семью, спасать детей, спасать маму с папой, которые он уже уехал давно от них и не живет с ними, но он все равно находится вот в этом внутреннем диалоге с ними все время. И он встречает субличности, встречает зеркала ежедневно, там десятки мам проходят и десятки пап. И ему на каждый из этих разговоров нужно потратить, ну пусть будет по 15-20 единиц энергии. И к концу дня он уже полностью уходит в минус. И вот эта апатия, вот эта депрессия, вот эти вот препараты, которые сейчас у нас везде есть, они усугубляются как раз по тем, что человек, он как спасатель, он может научиться с этим жить. Но у него настолько неправильное распределение энергии, сначала нужно с этим разобраться, что ему просто не хватает силы, не хватает возможности даже для того, чтобы это понять. Так, тут важливо просто, як рятівникам розуміти, як розподіляти енергію? Вот тут самое сложное, потому что индивидуальные особенности, они берут все-таки свое. Вот тут идем по плану, и сначала все-таки выявляем, для чего нам это нужно, что, какие выгоды вы из этого получаете, это обязательно будет. И если, например, вы спасаете, потому что вам нужно быть хорошим, это про одно. А если вы спасаете, потому что для вас это способ выживания и защиты, это уже совершенно про другое. То есть я таким образом защищаюсь. Для меня, когда я спасатель, меня не будут атаковать. Потому что если, например, я спасаю, то, ну, снова же, там, я хороший, и мне не будут делать больно. А если я стану плохим, допустим, человек ограничен пониманием, что есть там хороший, кто спасает, а плохой человек — это тот, кто бьет, кто там пьет, курит, неважно, да, у него есть ложное понимание, что если я, не дай бог, от этого сейчас избавлюсь, то я сразу скачусь сюда. И он воспринимает это только как вот, ну, вот такие варианты. Для того, чтобы человеку было с чего выбрать, это, ну, снова же, сначала понимаем, для чего нам, но нам нужно человеку дать еще возможности и варианты течения дальнейшего событий. Вот это вот классный ход в психологии, режиссерский. То есть, а давай подумаем, а если будет вот так? И человек начинает уже через вот свои комплексы, через свое понимание мира, он начинает смотреть на то, как это
может проявляться в жизни. И этот сценарий ему понравился, где он не спасатель, а где он, допустим, просто смог отстоять свои границы, не нарушить другие границы, потому что спасатели, они часто насильно спасают других. Он понял, что он из этого получает намного больше, и просто в следующий раз потихонечку, вот маленькими шажочками, сразу не будет большого результата, он делает немного иначе. В тебе є ще запитання? Так, хочеться ж повернутися все ж таки до класики життя знову ж таки, до жертв, яких просто неймовірна кількість. Так. Щось не виходить, я не така, я не такий, не получається. В чому тут найголовніша проблема? Ви знаєте, от з жертвами тут інтересний момент виходить, тому що жертвам дуже часто таким образом легко об'яснити і свої неудачі. Так. І у нас, ми зараз в тих условиях, коли з одної сторони у нас мир ускорився, у нас багато інформації, багато можливостей, багато всього. І з одної сторони це класно, це розвиття. А з іншої сторони для інших людей це дуже велика деградація. Тому що елементарні речі люди перестають хотіти робити. І я не можу, воно на самом-то ділі є «я не хочу». Я не хочу принимать ответственность, я не хочу показывать какую-то ригидность, то есть гибкость. Я вот закоренела в своих убеждениях, и у меня просто состояние протеста. Жертва — это часто обратная сторона застрявшего подростка. То есть, с одной стороны, да, я никчемный, я слабый, я там еще какой-то, но когда ты человеку начинаешь показывать, начинаешь оголять вот эти вещи, посмотри, что ты делаешь, это часто манипуляция, это часто провокация. Провокация возможна только в подростковом возрасте. И у человека сразу ты смотришь, что это жертва, ну, треугольник Карпана. Не такая же жертва, она очень быстро шапку сменила и уже в позиции тирана. От мене и найбільше цікавило, тому що от, ну, всі, напевно, помічали, коли саме модель поведінки жертви, але вона і провокує, і відкрито маніпулює. И это достаточно часто в работе такое. Понимаете, жертвы, почему эта позиция, вот снова, да, как Экзюпери, всем родом из детства, так. Вот вернулись сюда, и жертвы ребенка заставили таким быть. То есть вот никчемность, где-то неспособность что-то делать, где-то забирали у него возможность его деятельности какой-то. Но ребенок же мы, в любом случае, мы растем. И ребенок доходит до естественного состояния пубертата, где происходит и выработка гормонов другая, и где, естественно, происходит, повышается агрессия. Все это логично, все это понятно. Но он привык поступать как жертва, он привык, что, ну, как бы самый простой способ выживания, снова же, это притвориться, либо проманипулировать, что-то такое. Но у подростка уже он другим функционалом, он может другие инструменты использовать. Вот эта подавленная агрессия, которую ребенок не проявляет и впадает в позицию жертвы, она очень часто как раз и вот заменяет в ситуациях стресса. И в ситуациях, когда человеку не дают возможность, когда его манипуляцию, что ну, ты это специально делаешь, ты не можешь, ты не хочешь, допустим, идти на работу, или ты не хочешь убирать, а ты просто там ленишься и тому подобное. И человек, когда он понимает, что его уличили, у него естественная реакция сразу это «бей». То есть и он как вот эту позицию свою и сменил. И вот это вот проигрывание себя в детско-подростковых отношениях, конечно, это не про взрослую структуру личности, потому что взрослые — это как раз про возможность понять, и самое главное — это признать, что во мне это есть, перестать этого стыдиться, стесняться, защищаться от этого. Это все естественные события. Мы все, ну, иногда западаем. И чаще всего, когда... Ну, наверняка у вас были тяжелые какие-то моменты, ссоры, расставания, обиды. Чаще всего, когда нам особенно больно, мы западаем на самый низкий физиологический уровень, где нам нужно закрыться в комнате, поплакать, скушать что-нибудь вкусное, побыть в этом во всем. И вот комплекс, он там, где я смотрю на себя, и мне либо жалко себя, либо я злюсь, и я никак это не могу вынести, я это все в себе сдерживаю. А взрослость, она там, где, да, я могу побыть в этом состоянии 5, 10, 20 минут, но я могу получить удовлетворение и в другом. Я могу в этом застрять, либо я могу понять, что мне с этим делать. И вот это про позицию взрослого. Но у нас, к сожалению, 90% населения просто не могут это сделать,
не из-за того, что не понимают, а из-за того, что просто вот педагогика, педагогическая запущенность есть вот на начальных детских этапах. И психолог — это про то, чтобы вернуться в эту точку, прожить те моменты, которые нужно, потому что нашему мозгу он так устроен, что ему не важно, когда это с вами было. Сейчас, либо 20 лет назад, либо это просто ваши фантазии даже было. Мозг, если в это поверил, он картинку принял, он будет возвращаться, и комплекс этот менять, он будет его усугублять до того момента, пока вы все-таки не выявите и не захотите с ним что-то сделать. Ну, на такій позитивній ноті давайте завершувати. Хочеться попросити тебе. Нас дивляться багато людей, і часто ми, коли говоримо з психологами, ми намагаємося робити саме корисні ефіри. І, судячи з нашої розмови, я думаю, наші глядачі вже помітили в собі деякі нюанси. Хочеться на твій погляд, експертний погляд як психолога, ти можеш щось порадити глядачам, щоб вони саме зараз, уже в цю мить, почали змінювати щось у своєму житті на краще? Як боротися з тим-то і тим-то, наприклад? Ну, я практик, да, і я можу порекомендувати такі практичні речі одразу. Каждому человеку я настоятельно рекомендую начать вести, если вы чувствуете, что у вас есть какая-то неудовлетворенность в любой сфере жизни, заведите себе дневничок. Mm-hmm. Дневник настроения, дневник того, на что вы реагируете, и просто пишите эти пометки. Mm-hmm. Мы многие вещи не отслеживаем и подавляем. Наша психика устроена так, что мы вытесняем чаще всего то, что нас раздражает. Но когда у вас есть зафиксированные данные, когда вы к этому возвращаетесь и смотрите, что я регулярно реагирую на нового начальника, вот тут задайте себе 5 вопросов. Вот классики, да, рекомендуют 5 вопросов, почему ты на это реагируешь, почему начальник, почему вот так. Я вам предлагаю немного трансформировать и задать себе вопрос цели. Зачем? Заради чого, так? Да. Зачем вы на это реагируете? Зачем вы идете на эту работу все-таки? Зачем вы взяли этот дневничок? И когда у вас есть вот эта схема уже, вам с этим проще и самому справиться, потому что это саморабота, вы себя познаете лучше. И если вы захотите обратиться к специалисту, потому что специалист, он заметно ускорит этот процесс, вы уже к нему придете с половиной проделанной работы, и вам будет легче, и специалист может и быстрее, и качественнее это сделать. Поэтому дневнички, запись, умение отслеживать себя, вот желательно начать с вот такой вот психологической гигиены, если можно так начать, это так, такие ритуальчики. Yeah. Так, друзі, ну дійсно це буде корисно. Головне, не лінуйтеся. Ви зможете зробити найкращу версію себе. У нас Анна Марія Ракицька, психолог, і ми говорили сьогодні саме про комплекси. Знайте, що з ними потрібно боротися. Потрібно боротися з негативними їх сторонами, позитивні розвивати до максимуму, і життя буде у вас прекрасне. Ну, правда ж вам сподобалось відео, яке ви тільки що подивилися? До речі, на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато актуальної інформації. Обов'язково підпишіться. Найцікавіші події, найяскравіші гості і дуже теплі та приємні розмови. Тому будьте з нами, дзенькніть на дзвіночок, щоб бути завжди в центрі подій. We'll be right back.